есть, как ваше впечатление? Ну, девчонки, ну, позязя. А вы не спрятались, а вы не спрятались. Я вас запомнил по шарикам. Девчат, ну, все, у вас нет вариантов. А может быть, вы расскажете нам? Чем? Я вас трогал, да? Нет, не трогал. Девчат. О, привет, девочка нам машет, отлично. А вы не спрятались, а вы не спрятались. Каковы ваши впечатления от этих первых двух недель в университете? Очень нравится, очень круто. Пока еще легко относительно. Но вообще я мечтала сюда поступить, поэтому у меня вообще все вау. Сомнений нет? Нет, вообще. Яркие впечатления, очень много эмоций. Много знакомств, много друзей новых. Вы не сомневаетесь в своем выборе? Нет, нисколько не сомневаюсь в своем выборе. С самого начала я шел именно к этой цели. Как настроение, как концерт, как впечатление, как первые дни учебы? И сейчас все это в микрофон. Очень мало, но нам очень все понравилось, все классно, супер. Мы любим Машерова. Очень мало концертов или очень мало учебы? Очень мало всего. Концертов было. Во-первых, сложно немножко, ну, после школы. Скучно. А на каком факультете вы учитесь, простите? Филологическом учусь. И вам скучно? Ну, подождите пару недель, я устрою вам, обещаю. Мне слишком много географии, я учусь на географическом факультете, и ее очень много. Я жду тех предметов, которые раньше еще любила в школе. А что насчет творческой части, может быть, спорт? Чем планируете заняться? Мы планируем в КВН пока, может быть, выступать. То есть у нас еще с этим как бы пока сложно, то есть это будет чуть позже. Действительно, талантливые все ребята. Когда я смотрела ваше телевидение раньше, я думала, что не настолько все классно, а на самом деле очень забавно, так весело, энергично. Энергия зала, со сцены в зал идет очень большая. Вот, талантливый. Я буду записываться на разные... как это, кружки называется, да? Записывайся к нам на ТВУ и смотри себя. Ищи в группе ВКонтакте. Да, спасибо. Какой факультет? ФПКС. Отлично, вы спортсмен будущий, да? Да. Каким вы спортом увлекаетесь? Атлетикой. Здорово. Может быть, вы уже побеждали на олимпиадах, конкурсах? Нет. Все впереди? Да. Очень интересно. Все замечательно, но, правда, первую неделю казалось, что мы учимся вместе, но и до сих пор так кажется, потому что мы учимся на олигофренной педагогике специальность, и такое ощущение, действительно, что только латыни не хватает. А она будет? Да. Юрфан! Привет, привет, привет! Дайте мне первокурсников, Антоша. Егорка, Егорка, как тебе ведущий? Какие? Вспомни твои первые дни учебы. Я не был на них. Пропусти. Концерт классный, ведущий вообще супер, отлично. Выходил, шутил. А почему юрфак? Юрфак, потому что это нравится, это... Потому что юрфак лучший. Законов можно... Конституция Республики Беларусь, статья 2. Что там сказано? Наш факультет, конечно, самый классный, самый веселый. Концерт был веселый, вообще все круто, нам все нравится. В общем, мы рады, что мы на юрфаке. Хорошо. Если ты второй курс, значит, ты должна знать, что сказано во второй статье Конституции. Ребята, здравствуйте, а можно мы с вами? Поснимаемся, отлично. Привет, это ТВУ. А это педагогический, да, факультет? Отлично, вас так много. Мы вот тут уже пообщались с вашими сокурсниками. Какие ваши впечатления от первых дней учебы? Просто потрясающе, потому что вообще все очень ярко, все эмоционально. Тем более мы как первокурсники, для нас это все ново. Мы просто вообще в восторге! Вы по школе не скучаете? Нет, нет, я не вернусь. Не вернетесь. Как вам концерт, кстати? Очень. А ведущие вам как, понравились? Нам очень понравилось большое выступление наших соотечественников, будем говорить так, как они танцевали, как мы поняли, здесь уже много разных организаций, вообще здорово все. Хорошее впечатление, очень подавали красивый концерт. Веселые люди, хороший коллектив. Хотел записаться на хореографию. То есть пока что из учебы вам больше всего понравился концерт? Очень здорово, очень весело, у меня хорошая группа. Вот. Уезжать из города я не хотела, поэтому осталась здесь. Я очень рада, что поступила. Надеюсь, что... Вы намекаете, что у вас был очень высокий балл по ЦТ, и вы не поехали в Минск просто ради Витебска? Нет, я просто очень люблю свой город. Отлично, это очень патриотичный кадр, мы его обязательно ставим. А как зовут нашего декана? Сергей Владимирович Николаенко. Настроение
просто супер! Отличная! Нам очень понравился концерт. Все талантливые ребята очень. Нам очень нравится учиться. Действительно? Да. И мы готовим визитку свою тоже. Будем тоже выступать. Что вас мотивировало поступить сюда? Интересно. Географию любим. И поступили на кафедру географии. Вы хотите путешествовать? Очень. Да, хотим быть специалистами по туризму. ФСП! Это телевидение Витебского университета! Итак, не разбегаемся! Да ладно, ну вы же смелые! Невесту подпевали? Конечно! I just wanna dance? Естественно! Просто молодец! Идем к девочке, которой не понравились ведущие. Итак, что же было плохого в ведущих? Я пошутила. Ну неправда, ну... Нет, хорош. ФСП, мы продолжаем! Творчеством занимаешься? Да. К нам на ТВУ? Нет. Ну как это? Нет. Ну ты видишь, какие у нас прекрасные операторы? Ну это да, но нет. Все ясно, спасибо.